лучший день в жизни. Я видела первый «Человек-паук», вот когда вышла франшиза, еще с Кирстен Данст. И мне дико понравилось. Я получила огромное удовольствие. И поэтому уже понятно, что «Человек-паук» мне нравится. А озвучивать я всегда мечтала. И это первый раз, когда я озвучиваю. Добрый вечер, Питер. Кто здесь? Поздравляю с завершением строгого протокола и получением доступа ко всем возможностям костюма. Можете звать меня Карен. И мне очень повезло, потому что я озвучиваю робота на самом деле. Ну, или как бы существа, которого не актер играет, а существо. А это очень интересно. Доступно 570 возможных комбинаций стрельбы. Круто! Шок-паутина. Паутинная граната. Разведывательный дрон. Ух ты, с ума можно сойти. Активирую мгновенное убийство. Мне кажется, что она достаточно любопытная, потому что ей все интересно про него. Интересно, что у него в личной жизни. Она даже вмешивается и дает ему личные советы. И как бы это для робота, наверное, не очень свойственно. Вот. Она говорит там, так и так себя веди со своей девушкой. Крылья! Партнеры. Он с ней общается, а она с ним общается как партнеры. Как они помогают друг другу. Эй, дамочка, что они делают? Желаете их подслушать? Активирую разведывательный режим. Меня уже достало сидеть здесь. Вот это круто! Смотрите, Человек-паук, возвращение домой. Человек-паук, возвращение домой. Я оставлю костюм? Да, я ведь так и сказал. Это же Человек-паук. Да, конечно же, будет неожиданно, круто, взрывно, интересно. В кино с 6 июля.